хочу. Отгоните, пожалуйста. Они ж на голову к нам сядут сейчас. Проходите, не мешайте работу. Значит, Курдов жил на парковке? Давайте, давайте, в трейлере. А руководство знало? Ну, хозяин не возражал. Он же ему помог бросить курить. А потом он платил исправно. А к нему кто-нибудь в последнее время сюда захаживал? К Курдову много народу ходило. Так, нам нужны записи видеокамеры наблюдения. Камеры не записывают. Мы вживую смотрим, я или мой сменщик. А потом те, кто к Курдову приходили, ребята, они такие классные были, веселые. Веселые? Нет, в смысле, трезвые. Ребята, девчонки, он же за здоровый образ жизни. Костя! Тебе лучше посмотреть. Так из города никуда не уезжайте. Если что, будете сами этих веселых ребят опознавать. В лаборатории, однако. Угу. Вот тебе и здоровый образ жизни. Да ладно. Не наркота же. А что? Может, что-то другое? Прогресс на месте не стоит. Скоро из дрожжей психотропы научится делать. А спорим на обед, что это не наркота? Легко. Ну вот, хорошо. Отправляем трейлер к нам в ФЭС, а то ходят тут всякие разные любители. Селфи. А потом бочки с кислотой пропадают. Жертва – Семен Курдов. Известная сетевая личность. Пропагандировал здоровый образ жизни, отказ от алкоголя, табака. Угу. Этот товарищ продвигал вейп. Это когда вместо курения используют электронные сигареты. Правда, на сигареты это совсем не похоже. А какой там состав дыма? Вейп-устройство производит не дым. Они производят ароматный пар из специальных жидкостей. Ну, в основном безопасный. У Курдова в трейлере такие? Да. Он продавал через сеть жижу собственного производства. Так сказать, личный купаж. Прямо как духи. Скоро узнаем, какие там секретные ингредиенты. Трейлер уже везут. Он жил в трейлере, хотя у него в собственности отдельная квартира. А что с его семьей и наследниками? А Курдов был холост. Наследники его родители. Они сейчас на Урале у родственников гостят. Ну, естественно, первым рейсом вылетают. Итак, возможно, мы имеем дело с продажей какого-то нового психотропа. Проверяем связь с наркобизнесом. Ну и посмотрим, что обнаружится в квартире Курдова. Граждане понятые, обратите внимание. Вскрыта квартира гражданина Семена Ильича Курдова с целью осмотра. Слышал. Стоять, полиция! Ну! Полиция? Полиция. Кто вы такой, что делаете в этой квартире? Карен, живу я здесь. В смысле, у Семена квартиру снимаю. Как вы связаны с наркобизнесом? Никак не связан. Все, я больше ничего не скажу. Руки! Давай, ты его досмотришь, а я сумку. Понятые! Граждане понятые, обратите внимание, сейчас будет произведен досмотр задержанного и его багажа. Так. Карен Адамян. Я. Ну, оружия вроде бы нет. Подозрительных предметов нет. Только вещи.
Это скрытый камер. Но это не мой. Не мой, клянусь мамой. Признаков нарколаборатории в квартире нет, ну, пускай наш еще хорошенечко посмотрит. Вы почему от нас так рванули? Кого боитесь? Пройдемте, Карен. Прошу. Ситком смотришь в рабочее время? Увлекательно? Да нет, что вы. Это видео с облачного сервиса «Жертвы» мне только недавно доступ открыли. И что же там? Ну вот, Курдов тайно снимал своих квартирантов, семью Адамянов, и монтировал ролики смешные. Ну и что это нам дает? Я пока не знаю. Ну вот, смотрите. Вот это... Вот, Адамян обнаружил камеру. Смотрите, как испугался. Ему есть чего бояться. Он у себя на родине дал показания против наркодилера. Сына преступного авторитета. Ого. Значит, Адамян мог убить Курдова, чтоб тот его не сдал. Ведь если тебя снимают, значит, тебя пасут. Недаром он сбежал из своей страны. Кстати, тебя Амелина ждет в гараже трейлер рассматривать. О. И ступай, ступай. Папка лично есть, не ФЭС расследует смерть Семена Курдова, пропагандиста здорового образа жизни. Он умер, вдыхая пар из электронной сигареты. Курдов жил в трейлере на парковке. Там обнаруживается целая химическая лаборатория. В квартире, принадлежащей Курдову, застают его квартиранта Карена Адамяна. У того был мотив убить Курдова. Курдов установил в квартире скрытые камеры и снимал Адамяна. А Адамян у себя на родине замешан в историю с наркоторговлей. Признаков психоактивных веществ и алкоголя в крови жертвы не выявлено. Смерть наступила от гипоксии, вызванной асфиксией дыхательных путей и параличом дыхательной мускулатуры. Будет проведена гистологическая и биохимическая экспертиза ткани слизистой оболочки. Также будет проведено фрактографическое исследование. Я вот смотрю по биллингам и чекинам, Курдов в день своей смерти. Куча перемещений, куча созвонов. А судя по потужавым следам, у него в трейлере человек 100 перебывало. Просто монстр общения. Ну ничего, сейчас потрудимся и скроем неизвестную наркосеть. С этим пока проблема. Во всех авторских жидкостях и компонентах никаких признаков психотропов. Даже никотина нет. Глицерин, пропиленгликоль и пищевые ароматизаторы. О как! Че, не наркобизнес? Нет, но вот в жидкости из устройства Курдова есть какая-то еще примесь. Этого больше нигде нет. Значит, яд ему подлили прям вейп. Да, похоже на то. Я же, понимаете, маленький человек. У меня маленький бизнес. Фрукты-мрукты покупаю, мрукты-фрукты продаю. Кручусь ради семьи. Какие у вас отношения были с Курдовым? Отличные отношения. Он нам помог сильно. Говорил, свобода должен быть без границ. Моя семья приютил без документа, без договора. Но... деньги мы вовремя платили. А вы рассказали ему, почему покинули родину? Нет. Но они меня нашли, искали, следили, камеры поставили. Я семью сразу перевез.
Я знаю, чего вы боитесь. Преступного авторитета Арама. Понимаете, я ради дочки тогда в суд пошел свидетелем. Этот мелкий подонок Ревонт, Шан Лякот, сын Арама, хотел мою деточку на наркоту подсадить. Да, тогда благодаря вам была разоблачена целая наркосеть. Думаете, Курдов вас сдал? Что? Не, не он. Сестра Курдова 3 месяца назад приходил, угрожался. Да мало ли что мой брат вам обещал. Он о родных должен думать. Эгоист. Но у нас с ним договор. Как говорит Семен, свободный человек со свободным человеком. Он всем подряд про свою свободу говорит. А я должна с родителями жить? Ну уж нет. Убирайтесь из квартиры. Инна, дорогой, уважаемый, вы лучше с братом поговорите. Это же его квартира. Здесь я буду жить. И точка. А, я поняла. Вы хотите квартиру отжать. Да я всем, кому надо, про вас сообщу. Галина Николаевна, действительно есть видео, подтверждающее его слова. Там сестра Курдова, ну, очень злая. Понятно, спасибо. Курдов обещал сестру урезонить. А я вчера камеры нашел. А тут Курдов совсем мертвый. Нас депортируют. А на родине нам все, конец. Мы все проверим. Господи, как же моя семья. Зачем я вообще тогда в суд пошел? Химмар, жил бы себе спокойно. А теперь все. Верь. Послушайте, если вы ни при чем, возможно, ФС сможет помочь вашей семье с получением вида на жительство в России. Так что ж там Курдову подлили в резервуар электронной сигареты? Органика. Нейротоксин белковой природы. Вырабатывается бактерией Astridium petrarinum. Психоактивный, поди. А вот и нет. Используется в косметологии для мгновенного разглаживания морщин. Производится в Китае, у нас не лицензирован. А, это из тех, после которых тетки превращаются в пластиковых кукол. Ну да. Ну да, такое добровольно точно не выкурешь. Да уж. Инна Ильинична, вам знаком этот человек? Да, да, это Сёма. Семен Ильич Курдов. Мой брат. Когда вы виделись в последний раз? Где-то неделю назад, наверное. Пойдемте со мной. Кто мог желать смерти вашему брату? Да ясно кто. Нечего непонятно кого к себе в дом пускать. Этот бандит наверняка хочет квартиру отжать. А вы? Мы знаем, что у вас с братом был конфликт. Именно из-за квартиры. Был. Я ведь живу с родителями. У меня никакой личной жизни. А он делает, что хочет. Несправедливо. То есть вы хотели, чтобы он отдал квартиру вам? А теперь родители получат ее по наследству? И мне придется здесь оставаться. Не повезу же я их с собой. А куда это с собой? В Финляндию. Понимаете, у меня в жизни только-только что-то стало меняться. Я должна была замуж выйти, уехать. А братец эгоист. Даже умер не вовремя. Над резьбой есть частичные отпечатки. Все, кроме одного, принадлежат жертве. Значит, кто-то, кроме Курдова, откручивал резервуар для жидкости. Убийца? Пробейка Адамяна. У меня тут что-то еще есть. И это не Адамян. Что-то еще. Это точно не Адамян пальчик оставил. Так, прогоню по общей базе. Вдруг... Частичный отпечаток в базе не ищется. Слишком маленький фрагмент. Зато у меня просто клад. Внутри резервуара волос. Сейчас посмотрим. Да, человеческий. Блондинистый. Сестра Курдова, блондинка. Инна, вам придется сдать образцы ДНК и отпечатки пальцев.
А это обязательно? Ну, вы же хотите, чтобы мы убедились в вашей невиновности? Я закончила. Криптографию, биотесты, химический анализ. Ну, не наркота? Нет. Курдов не был наркоманом. Все, Соколова проспорил мне обед, будет кормить меня. Ну-ну. Я смотрю, силы тебе понадобятся. В смысле? Ну, в смысле, это все те, чьи следы были найдены в трейлере? Нет, это все те, кто из нашей базы. А кого нет в базе, мы сейчас проверяем. Слушай, а сколько у него встреч было в день смерти? Встреч, ну, мы выявили около 10, он всем им впаривал этот авторский замес для электронных сигарет. Но осталось совсем немного, мы их всех проверим. Ну, у меня для тебя плохие новости. Токсин в организме Курдова накапливался дня 3. Это что ж получается? Его отравили не в день смерти? Угу. Эксперты расширяют зону перемещения Курдова, захватывают дня 3-4 до смерти. Это ж получается человек 100, а того гляди 200. Так упало. Ну что ж сделаешь, придется обед перенести на ужин. Сочувствую. 200 человек. Оно мне надо. У этой Инны 2 месяца назад прям сказка какая-то с принцем случилась. Не очень-то я верю в сказки. Да нет, реально. Инну в сети нашел одноклассник. Очень классная, потому что в нее влюблен до сих пор. Признался только сейчас. А, смотри какой. Ну надо же. Живет в Финляндии. Свой бизнес, дом на озере. Все дела. Пожениться собираются. Ну, в сети-то все крутые. Ты проверил его? А то. Все правда. У Инны уже, смотри, куплен билет в Финляндии и подан документ на регистрацию брака. Ага. Есть ДНК волоса из электронной сигареты Курдова. Так. Сравним с ДНК Инны. Не она. Давай прогоним по базе ДНК. А вдруг? Слушай, может, и мне одноклассница в сети придружить. Что-то сказки захотелось. А тебе нравился кто-то в классе? Угу, у нее же 5 детей. Мама дорогая. На сигарете волосы известной черной вдовы. Ирины Вольновой. 3 мужей тетку укатала. Вольновой нет в списке контактов Курдова. Конечно нет, не может быть. Она умерла год назад. ФЭС расследует смерть Семена Курдова, пропагандиста здорового образа жизни. Он умер, вдыхая пар из своей электронной сигареты. В наполнитель кто-то добавил сильнейший токсин. На сигарете Курдова обнаружены волос и частичный отпечаток пальца. Подозревают сестру Курдова Инну. Она претендует на его квартиру. Но волос принадлежит не сестре, а черной вдове Вольновой, убийце 3 своих мужей. Проблема в том, что Вольнова уже год как мертва. Вам знакомы эти девушки? Нет. Подождите. Нет. А кто эти женщины? Семины подружки? Я за последний год про жизнь брата ничего не понимаю. С кем он там? Не знаю. Как же так? Семен резко изменился после смерти своего дружка Икотина. Они с детства вместе. Сема, Икотин и Марцевич. Дружки не разлей вода. Похоже, вы не одобряли их дружбу. Конечно. Они втроем только и делали, что пили и хулиганили. А что случилось с Икотиным? Понятно, что. Спился и умер. И ваш брат выбрал здоровый образ жизни. Да уж. Просветлился вдруг. А Марцевич продолжает бухать. Злится на Семена, правда, то, что тот не горюет по Икотину. Все ходил к нему в трейлер поговорить. Эх, ни я, ни Костя к этому Марцевичу еще не доехали. Ну, он же с Курдовым в день убийства не встречался. Зато за последнюю неделю Курдов и Марцевич частенько были в одних и тех же местах. Ну, чаще дома у Марцевича, а также у трейлера на парковке. Ну, вот, посмотри. Ну, ничего-ничего, разберемся. Черная вдова Вольного воскреса, чтобы убить Милягу Курдова? Но ее волос откуда-то взялся в отравленной жидкости. Я заодно и Марцевича проверяю. Да он мне интересный, он же живой. Так, есть совпадение. Не 100%, но, скорее всего, на электронной сигарете отпечаток Марцевича.
снова здравствуйте. У меня еще пару вопросов. Слушайте внимательно. Знаете кого-нибудь из этих людей? Кто-нибудь из них приходил к Курдову? Вот. Вот он. В последнее время часто приходил. Скандалил. Сёма! Сёма! Валерка. Развлекаешься, да? Веселишься. Валера, я ж тебе рад тебя видеть. Валера! Валера! Айко-то мертвый, холодный, на кладбище лежит! Валера, ты... Валера! Ты хоть раз с утра трезвым быть пробовал, а? Да какой ты друг-то, предатель! Успокойся, Валера! Значит, у них конфликт был? Помахались там на площадке. Я пока разнимать кинулся, так они уже и братаются. И как же Курдову удалось успокоить друга? Сёма нереально было поссориться. Уж такой человек был. Позитив. Он с курью помогал всем спрыгнуть. А вот смотри. Вот видишь эту колбу? А вот, вот сюда мы наливаем вот такую жидкость. Знаешь, как мы ее называем? Так. Жижа. 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 Ну, короче, жижа испаряется, ты вдыхаешь пар и курить бросаешь моментально. Ты, слушай, а ты вообще задумывался, вот, как это не пить и не курить совсем? Не, я так не смогу. Сможешь, сможешь. Ну, просто не пьешь и все. Это ощущение непередаваемое, понимаешь? Это как летать научиться. И, кстати, девчонки, не пьющих вейперов, а ба жают. Ну все, Марцевич дома. Лисицын за ним поехал. Но если убил Марцевич, то почему отравил? И что ему вообще Курдов сделал? Старые обиды? Обычно про человека многое понятно из сетей. Марцевича нет даже в социальных сетях. Странно. Здравствуйте, майор Лисицын ФС. А вы кто? Документики можно предъявить? Только не говорите, что снимаете квартиру Марцевича. Я Валерина невеста. Кикина Вера Захаровна. Да вот. Вера Захаровна, а где ваш жених? Уехал еще утром на машине, я спала. Вы позвольте, я проверю. Да-да. Так, Верка, прости, живи в квартире сколько хочешь, когда-нибудь я вернусь совсем другим. Вера Захаровна, а вы знакомы с Семеном Ильичем Курдовым? Ну, конечно, это друг Валера, он часто у нас бывает. А что? Что случилось? А что, по-вашему, должно случиться? Неужели он подумал, что у нас с Семеном что-то и что он побил его? А что у вас, Семен, между вами и Курдовым была связь? Нет, никогда ничего не было. А с чего вы взяли, что Марцевич должен был Курдова избить? Ну, не знаю, но Курдов на меня всегда так смотрел. Марцевич Курдов угрожал? Нет, не припомню, не было. Что случилось-то? Присядьте. Курдов убит. А что с рукой? Левая рука немеет, когда нервничаю. Это с детства. Сердце. Найди понятых, будем обыск в квартире производить. У Марцевича сетевой активности ноль. Зато вот у его подружки он и ее в каждом селфи. Только что-то мрачно везде. Только он ревновал ее. Но где этот толкаш взял токсин? Спер где-нибудь. Но почему такой способ убийства ему в голову пришел? По пьяни. Знаешь, по пьяни такие, как он, предпочитают решать проблемы с помощью ножа или булыжника. А здесь трезвый тонкий расчет. Смотри-ка,
Тут у невесты несколько недавно убитых постов. Напишу-ка я админу сети. Пусть мне из архива пришлют. Федеральная экспертная служба, майор Соколова. Бывший алкоголик, ныне трезвенник Марцевич. Простите. Из машины выйдите, пожалуйста. А в чем, собственно, дело? Гражданин Марцевич, вы задержаны по подозрению в убийстве Курдова Семена Ильича. В машину со мной пройдемте, пожалуйста. Прислали ссылки на удаленные посты подружки Марцевича. Ну, порожняк. Просто перепост рекламы парикмахерской. Хм, занятно. Да что занятного? Криво челку Вере обрезали, небось. Она такая вся гневная. Давай-ка я забаню вас. А что за парикмахерская? Валерий Сергеевич, куда же это вы так спешили? Что бросили дома телефон, ноутбук, всю одежду, невесту? Я же записку написал. Ну, Верке в смысле. Ну и куда же вы направлялись? Чтобы вернуться совсем другим. В деревню, к родичам. У них там дом пустует. Да. Хотел месяц без бухла и курева, и дальше поеду. Это вы убили Курдова? Да вы что? Зачем мне Сёму убивать? Он же меня к жизни возродил. Он столько для меня сделал. Я хотел в кругосветку поехать. Без гаджетов, без баб. Свобода! Прям как он говорил. И прикинь, я такой. С завтрашнего утра не пью. И что, вот прям ни разу не пил? Ни разу не пил? Ты пойми, водка – это ж яд. Его в бутылках продают, ты его покупаешь. Потом ты как пенек. А денежка твоя у чужого дяди в кармане. Понимаешь? И с куревом то же самое. Точно. Ты прав. Да? Да? А ты прикинь, вот можно же свободным быть. Если деньги на яд не переводить, можно же хоть в кругосветку, хоть куда. Ты понимаешь? Ты свобода. Не-не-не-не-не. Я по минералке и вейп вместо курева. Убери. То есть вы утверждаете, что у вас не было мотива убивать Курдова? Да он же мой лучший друг. Самый душевный. А вот ваша невеста сообщила нам совсем иное, что вы ревновали ее к Курдову. Да нет, ну... Да наговаривает Верка. И вы что, ничего такого не наблюдали между ними? Не, ну, может быть, ей и хотелось. Но Сёма на нее ноль внимания. У него теперь своих девок полно. Но еще какие? Было. Полно девок. Это после того, как он бросил пить и изменил свою жизнь? Именно. Совершенно другим человеком стал. Светлым. Ивона, а ты-то куда? В салон красоты. Так это ж... рабочее время. Ты, друг мой, чуть дело не провалил. Так что давай теперь все деньги, которые у тебя есть. Я что-то не понимаю, но... Да не бойся. Это не штраф. Приеду одна.
это ничего. Да, давайте вот это сделаем. Здравствуйте, чем могу помочь? Здрасте. Мне нужно через 2 часа выглядеть на миллиард. У меня сегодня очень важный ужин. Ну, понимаете. Пройдемте со мной, пожалуйста. Пожалуйста. И не пытайтесь мне впаривать всякую ерунду, ладно? Мне нужен только препарат. Косметолог у меня свой есть. Заплачу, сколько скажете. Препарат? Не препарат. Не волшебное китайское средство. Но которое разглаживает все, что можно и что нельзя. Мне Ленка сказала, что у вас есть. Для своих. Пройдемте со мной, пожалуйста. Я так понимаю, вам нужна нежная роза? Ну, естественно. Секундочку. Вы это имели в виду? О! Дайте-ка, дайте-ка. Да, она самая. Очень хорошо. Старший лейтенант Амелина, федеральная экспертная служба. Продажа данного препарата на территории Российской Федерации запрещена. Но... Спокойно. Не дергаемся и честно отвечаем на вопросы. Вы знаете кого-нибудь из них? Да. Это наша клиентка Вера. Она часто приходит, у нее мужчина моложе ее. Она покупала нежную розу? Нет, мы не продаем. Но у нас пропала одна ампула. Пропала? Да. Примерно неделю тому назад. И, кстати, она уже как неделю не появляется. Как шиньон забрала, так и все. Шиньон? Из натуральных волос? Да. Шиньон был сделан из ее волос? Я не знаю, мы волосы у скупщиков берем. Можно ваш шиньон? Зачем это? Чтобы отмести ошибочные версии. Вера, зачем ты болтала, что я ревновал тебя? Ты же мне не изменила. А ты бы разве заметил? Все время бухал без спроса. Так ты мне сама подливала. А ты отказывался? Я понял. Она специально меня спаивала, чтобы я как пенек был. Чтобы я не ушел от тебя. Конечно. Ты бухаешь, я виноват. И Сему Курдова ты испугалась, потому что он мне дорогу к трезвости указал. Свободе. А я тебя спасала 3 года. Ничего так? Ты без меня сдох давно. Входи, входи. Молодец. Значит, вы, Вера, спасали своего жениха? Да я за ним как за детем малым ходила, блевотину убирала. И за это вам должна была быть награда. Женитьба и квартира. Но тут возник Курдов. Нет, это вы на меня наговариваете. Вера, а что у тебя с рукой? Да. Волос из электронной сигареты жертвы принадлежит Вальновой. То есть упал он с шиньона Веры Кикиной, но... Это только косвенное доказательство. Как бы нам эту бабу прижать конкретно? Не знаю. То, что она токсин украла, тоже не доказать. Камера наблюдения в салоне красоты, только в главном зале. Так, а можно дурацкий вопрос задать? Как этот токсин действует на морщины? Ну, он как бы заставляет мышцы лица онеметь. Ну, то есть лицо становится как маска, без мимических морщин. А если этот токсин попадает не на лицо, а на руки? Ну, если он попадет под кожу, то вызовет онемение, не проходящее 3 недели. А чего ж ты молчал? Нужно подумать, меня кто-нибудь спрашивал. Вера, а давайте проверим вашу руку. Уверена, что в тканях мы обнаружим следы токсина, который вы украли из салона. Я? Это ты. Это ты, Сёма. Это ты его убила. Кто ты для меня? Кто Сёма? Сёма для меня друг с детства.
Что мне было делать? Ты сам во всем виноват! Тут! Не создавайте себе проблем, успокойтесь! Как пить бросил, так сразу бежать! А как же любовь наша, дым сплошной! Твой Курдов мне всю жизнь сломал! Ну, смотри, смотри, ты можешь поехать куда угодно, да хоть на край света. Ну так, я уже планы построил, через 3 дня рвану, даже о кругосветке задумываюсь. О кругосветке? Валера? Ну, силен. Ну, молодца. Погоди. Последняя модель? Специально для вас. Дарю. Спасибо. Ты же знаешь, что ты меня спас. Ой, да ладно тебе, а? Ну, ты же понимаешь, только ты сам все решаешь. Только ты сам. Ну, свобода, друг. Свобода! Ну, на что же вы надеялись, Вера, убив Курдова? Валерка тряпка. Он снова пить начнет, вот увидите. Вот оно что. Вы думали, что смерть второго друга вернет Марцевича к алкогольной депрессии. И вы таким образом снова привяжете его к себе. Ну а что, круто? А? Теперь можно хоть на край света. Эх, только пожрать бы что-нибудь. А ну-ка, корми меня обедом. А закажем, знаешь что? Знаешь что? Я же обещала. Так уж и быть, поделюсь. Так, так, так. Это что? Орлов? Травой? Не кормит? Это, между прочим, мой обед. Новая витаминная диета, девочки. Держи. Кстати, по поводу овощей и фруктов. А Домяна-то отпустили? Подписку с него сняли. Он очень обрадовался и фруктов нам прислал, говорят. Он-то прислал, вот только Галина Николаевна все 3 коробочки обратно и отправила. Угу. Коробочки. По 120 килограмм каждая. Фрукты из Армении, а? А я бы прокатилась. Да, на пару дней. Чтобы фрукты прям с деревьев рвать, а? А что это вы тут сидите? Надеюсь, не курите? Галина Николаевна, мы, между прочим, путешествуем. Приехали. Конечное. У нас новое дело. Надо работать.